Добрый день. На продажу выставлена англо-арабская кобылка рыжей масти. Родилась 17 марта 2021 года. Ее отец – жеребец чистокровной верховой породы по кличке Балтик, линии Man of War, а так Дама и Бейданы. Ее родной брат Жилжирен 2020 года рождения в этом году выиграл Тайбайге в Казахстане, Кызылординской области. Второй брат по отцовской линии жеребчик Голден Бой в Алматинской области победил в Алтын-Тай. Она одна из пяти кобылок, полученных из двух ставок от Балтика. Дед кобылки – известный жеребец Агдам от Арта и Гонки, выигравший призы спринтерский, большой летний и Анилина. В родословной кобылке присутствует кровь знаменитых предков, таких как Раут, Эври Тауэр, Блашенгрум, Нарсенданс и Дансик, его сын Свюздезерт, Асенсвуд и множество других известных и подромных бойцов. Мать кобылки – рыжая кобыла Касмея от арабского жеребца по кличке Менек, внука одного из лучших и подромных бойцов Европы и элитного улучшателя конца прошлого века Манганейт, линии Латиф. Представители этой линии отличаются исключительными скаковыми качествами и работоспособностью. До рождения кобылки ее мать Касмея уже дала трех арабских жеребчиков и одного англо-арабского – это Жилжирен. Один из арабских жеребчиков по кличке Кермек был продан в Казахстан, где в годовалом возрасте выиграл областные соревнования в Актобе. По вопросам покупки кобылки обращайтесь по указанному телефону WhatsApp или Telegram. При покупке заключается договор купли-продажи и договор на перевозку до места назначения. Покупатель получает ветеринарную справку, в которой указаны все прививки и вакцинации. Все наши лошади проходят тест ДНК, все чипированы. На каждую выдается паспорт вне коневодства установленного образца. Мы можем оказать помощь в организации перевозки лошадей во все регионы России, а также в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Благодарим всех за просмотры и всего вам доброго!